Как укрепить спину? Какие упражнения лучше всего подходят для поддержания мышц в тонусе? И сколько времени нужно уделять зарядке каждый день? Об этом рассказали химчанам на мастер-классе «Здоровая спина». Специалист по лечебной физкультуре Николай Абрамов показал жителям упражнения, которые помогут укрепить мышцы спины всего за 30 минут в день. Вот так вот. Вот, отлично. Ножку выпрямляем, разгибаем полностью. Мысочек вверх немножко на себя. И смотрите. И вперед ее. Раз, мысочек на себя и в исходную. Летом тематические встречи все чаще проходят на свежем воздухе, в парках, скверах и городских площадках. Подробную информацию о мастер-классах можно найти во вкладке газеты «Химкинские новости» в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте eventadminhimki.ru.